Поздравить любимый детский сад с первым сознательным большим юбилеем пришли родители, выпускники прошлых лет и нынешние маленькие воспитанники. Детский сад «Почемучки» появился в Ивантеевке в 2012 году. На протяжении 5 лет он работает в частно-государственном партнерстве. За большой труд и успехи в организации воспитательного процесса системы образования нашего округа от лица главы Пушкинского Максима Красноцветова коллектив детского сада получает благодарность. Сегодня учреждение посещает 80 малышей. За 10 лет существования через его стены и добрые руки воспитателей прошли более 300 мальчишек и девчонок. Самым младшим воспитанникам всего 1,5 годика, а старшие в следующем году пойдут в школу. В честь любимого детского сада ребята поют, танцуют, отвечают на вопросы и совсем как взрослые читают стихи. И даже если случается маленькая неприятность, эти малыши точно знают, все преодолимо, когда рядом надежный и опытный воспитатель. День и час незаметно, чтоб обиды незаметно уходили бы от...